Русик на охране базы. Живет здесь, на базе, вагон, все. Вон, да. А есть вьетнамское пиво? Во. А то мальчик у нас бодуна просто. 99 рублей, 200 грамм. Да ну нафиг. Давай, бери. Так, давай сначала. А что есть на это? Все есть, да? А извините, а собачки есть у вас? Собачки. Ребятки, всем привет, новая серия. И кто у нас сегодня за рулем? А за рулем у нас сегодня Петр! Как вы, Петр? Здравствуйте! Все нормально, здравствуйте. Мы сегодня отправляемся в вьетнамский ресторан в Ханой. Берем с собой Русика, Петр нас везет, и я. Едем пробовать вьетнамскую еду, попробуем. Русику купим футболку вьетнамскую, наверное, с этими. У них же идет с драконами, да, символика? Да. Русику красную, на мастю купим футболку с, с драконьей головой. Главное, чтобы он не скулил много. А то Петя с бодуна сегодня, не очень его подзакусывает настроение. И самое главное, чтобы Русик не скулил. Сейчас начнет, это не то, пято не то. Начнет, ему это не нравится, да. А то сказал, бедный несчастный, да. Так, ребятки, не переключаемся, смотрим видео это до конца, будет интересно. Русик сегодня с нами на съемках. Едем с Петром, сейчас рассказываем ему историю, как я вчера ездил в Переславль-Залесский, а потом Петровская, это Ярославская область, нашему другу Анатолию Продиджи. Продиджи, да. По Сому, блядь. Да, он сказал, это как он... Вам мультик посмотрел, говорит, я, говорит, всегда отношусь к двухместным мотоциклам, типа не очень, потому что, говорит, мне они не нравятся, мотоциклы. Ну, я, говорит, не понимаю, говорит, ну, мотоциклистов просто, говорит, ну, вид транспорта, говорит, я, говорит, как бы люблю на машине как бы, ездить. Вчера посмотрел Yamaha Tenere, говорит, блин, ну, говорит, я не думал, что такой мотоцикл, говорит, симпатичный мотоцикл, такой большой, как бы, я говорю, ну, что мне рост, говорю, позволяет, рассказываю, как ехал там, какими скоростями, как... кого встречал. Вон он. А что он выглядывает? А что ты выглядываешь? Поехали. Петр пошел его нагонять, что он так долго. Русик на охране базы. Живет здесь, на базе, вагон, все. Ой, Русик, Русик. Сказал же, 12 часам мы подъезжаем и едем прямо с тобой в Ханой. Нифига не пунктуальный человек вообще. Сейчас будет сидеть. Да поехали. Да поехали, закрывай. Жарко. Давай я тебя отрежу. Одну штанину короче, а другую. Не, я тебя коротенькие сделаю. Такие сексуальные. Нет, тебе надо какой-то у мультика обрезанный. О, ну ладно. Очки тебе не очень, надо будет новые очки тебе купить. Да? Да. Денег нет. Ой, начинается. Сегодня у нас Петя. Спонсор. Спонсор, да. А, кстати, давай сейчас вот. А что ты не завернул? Зачем? Бля, сигарет купить. Сейчас начинается. Сигарет. Я забыл телефон, паспорт. Не, я все взял. Ты, Русик, ты как бабка старая, блядь. Там купишь, что будет. Где? Да, в Ханое. В Ханое, да. Ой. Купить бы джип. Купить бы джип. Бронированный. Русик, а ты вьетнамскую еду кушал хоть раз? Конечно, доширак. Доширак? Ну, вчера только буквально. Да? Вот Русик любит тушенку. Ребята, если вам Русик нравится как герой, я продиктую, внизу этого видео будет ссылочка на его инстаграм. Пишите его, поддержите его. Ну, можно и денежку сбросить. Да, маленький рублик на этот. Ради бога. На тушеночку Русику, да, он любит. Ура, пап, ура, папа. Пацы говорили, ты не веришь. Это Москва. Там есть даже иглоукалывание, Русик, тебе иглу. Не, не надо. А что, ты не хочешь иглоукалывание? Под просак. Под просак. Ну, Ливон может. Да, а то для инвалидов. Да. Ну, видишь, Русик, все здесь по-вьетнамски. Да, да. Все, разобрались, ребята, куда идти. Направо сюда, первый. На первом этаже, на втором этаже есть. Вот, вьетнамская лапша, смотри. На базе будешь заваривать ее. Доширак только вьетнамский. Вот тебе морскую капусту возьмем, будешь грызть. Ролтонов можно набрать. Ролтонов, да, можно набрать, вьетнамский, да. Вьетнамское пиво. Где, Русик, спроси, есть вьетнамское пиво? Есть, у меня. Вон, да. А есть вьетнамское пиво? Да. Во. А то мальчик у нас бодуна просто. Хочу, да. Где оно? Да, где оно? Ну, Русик. 99 рублей, 200 грамм. Да ну нафиг. Давай, бери. Ну да, оно же с Вьетнама, а что вы хотели? По 20 рублей будет пиво.
А вот соки, Русик, смотри. Не, соки потом. Потом, да? Ну я сок. Не, не вижу, тут не градус не написано, ничего. Она уже вообще безалкогольная. О, 4,6, на, Русик. Давай. Прохладненько, да. А что за это? Вытяжка из артиш шока. Да. Это что такое? Ну, чтобы был шок. Шок, да? Да. Русик, хочешь шок получить? Нет. Печени. Печени, да? Да. О, Русик, пошли тебе как раз это. Очки я тебе подарю. Давай. Да, братухе подарю очки. Я люблю. Любишь, да, подарки? Да. А когда ты мне подаришь? А Пете куплю такую невольняшку, будешь ходить с ней, Петя. В руках держать. А ну-ка, вот эти. Ну-ка. Нет, торчат. Покажи. Торчат. Да, да, да. Русику, не угодишь, очки не купили, шорты тоже. Вот, Русик, тебе надо что? Доктор Губер. Да, доктор Губер, видишь, у него здесь. Прикинь, тут аппараты. О. Самого наварения сыроделия, пивоварение. Да, переварение, да. А ну-ка, давай. Скажешь, как хорошее, не? Ну, братьям Вьетнама привет. Вьетнамское. Дружественный народ Вьетнама. Нормально. Пшеничная, не, без этого. С патоки. С риса. С риса, да. С риса. Лапши даже раз. С чеков. Вьетнамских чеков. О, пойдет. Давайте. Она длинная. Вот эти за 1200 не хотите? Хорошие. Белые, черные, 1200. Это самое. А что? Да зачем ты черную в жару? Да, тебе на белую, светлую, да. Тут светлую померьте. Или а выше дороже, да? 1200. А это бедифак. А что это будет? Это бедифак. 500 рублей сказала. А, 700. 700. Блин, она длинная, как мой. Длинная будет, да. А что, ты как раз твои вот, ты же хотел шорты, вот ты был. Да? Да, эти 600 все. Все, да? Это были короткие. Короткие, а ну-ка посмотрите, короткие. Длинные бери, да, пенсионерские, за колено, да, мышка, дети. Не, ну такие, вон, она, уже, смотри, тоже за колено. Ну да, вон, нормально. Ох, ну. Маленький, блин, не в размер. Тарасяне, ладно, пошли. Пошли, ладно, извините, конечно. Да. Опять, ну да, мы да, ну, да. Немножечко это самое. Никак не можем купить Русику за 500 рублей. Шорты, панное. И футболку, цены. Да я не хочу, ну нафиг, ну, а вот сюда, джинсы. Смысл, раз. Зачем мне переплачивать? Меня... Босоножки или тапки-то? А, о, смотри какие. Четкие, да. А почему? Почем они? Какие? А вот. 1700. Ну, там у вас пятки разные. А вот, смотри, Руси, какие. Нет. Что, я же на закон такой. Да. Это маленький мух в этих. Слышь, а может... был там, он да. А ну пройдись, как они, удобные. Там это удобно еще. На мастю, да? На мастю. Ни о чем, не нормальные. Не, они так... Да, а как дороговатые обувь. Дороговатый, ты дороговатый для нас. А, вот с бубенцами возьми спортивные. Не, не надо. А что с бубенцами? Главное, чтобы удобно. Да на что ты смотришь это? Да это колхоз. Вот самое оптимальное, нормальное. Все удобное, все четко. Все четкий, да, Русик? Ага. Будешь сегодня выплясывать на базе. Ну да. Мыло, ой, да, пойду. Возьми. Ну да чем нет, пахнет? А вот как типа килька, будешь жопу мою мывать. Блин, куда? Да, вытереть что-нибудь. О, так, давай сначала. А что есть на этом? Все есть, да? Паштет. Ну, тут взять их много, 7 штук можно. Вот. Давай вот это одну, да. Она да. С мясом. Да, да. Курица, морковь, да. Одну вот такую. Ты можешь салат один, да и все. Ну возьми, да. А компот будешь? Сейчас посмотрим. И салат один овощной. А фреш есть фреша? Да, фреш, вот. Вот. Манго есть, да? Два манго. Два, и баночку пива. И пиво, бир. А у вас какое? Вьетнамское. Я имею в виду. 150. Оно на разлив или какое? Да или вот в баночках? Оно. А, три троечки. Да. А какое крепче? Вот. Это крепко. Давайте вот это вот. Один? Один, да. А извините, а собачки есть у вас? Покушать собачки. Русик, чисто на это, на вкусняшек вьетнамских.
О, у тебя руки дрожат, Русик. Ну какая это ты? Алкаш. У тебя дрожат руки, ты как алкоголик. На видео тебе покажу, Русик. Да. Так, ну что, ребята, супик. Там ням. Ну как, Русик? Сладкое, да? Угу. Горячее, да? Ну как, Петя? Там ям. Да? Нормально, да. Да? Вкусный? Да всю сразу туда ее. Нормально суп там ям, прикольный. Да. Да, салатик нормальный. Как, Русик? Нормально, только в конце его доедать нельзя, там это там непривычно. Да? Русик пошел. За вкусняшками. Еще заказал Русику попробовать. Опа. Там мы сейчас пожремся. А то что, голубцы или? Голубцы, да. Вьетнамские. Вьетнамские голубцы. Ну, свежее все. Ну, просто овощное. Да. Ну, овощное легкое такое. Ну, просто овощи. Да. Мы по манго выпили, по стаканчику с Петей. А Русик пивасик с бибом. Да, Русик? Сейчас пойдет купит доширака по 80 рублей. По 80 рублей. Русик, я ему говорю, делай инстаграм, делай видео, фотки добавляй. Будут свои, будут подписчики. Не, мне не нравится. Он далекий просто парень. Да, не надо. Да, говорит, не надо ему, Русик, да. Не медийный, говорит, я лично сюда-сюда. А сниматься любит? А покушать любишь? Покушать, да. Как тебе вообще поход в ресторан вьетнамский? Беб-беб. Нормально. Ед-беб. О-беб, о-беб, ед-беб. Ед-о-беб. Да. А? Да, да, пойдет. А суп вот этот, том-ям? Том-ям вот это бомба. А бомба, да? Голубки не полезли. Не пошли, да? А жареные пошли, да? Жареные пошли. Да. Ну, понравилась, да, вьетнамская кухня? Так. Супик на пошел тебя, да? Я скажу, на любителя. На любителя, да? Конечно. 5 рублей. Да. Вьетнамская. С лучиной сразу. Он сразу, с луком, видишь? Ну а чё? Ну это лучше, чем доширак какой-то. Это оттуда там. Чё, 50 рублей? Да. А вот там по 36 есть, по 35. А я взял. Вот. А вот такую не брал ты, вот, по 36. Вот с мясом. По 40 рублей она. Давай, такую попробуем. Русик пердонул на весь магазин. Люди даже обернулись. Бля, ты в натуре бескультурный, это ж надо было. Да что, я вообще ничего здесь снимаю, снимаю видео, ты начинаешь исполнять здесь. У тебя пиво подаю. Это тебе вот, у тебя вот голубцы с этим, с овощными тебя. Нихуя у тебя там манжеты, твой черт. Жутырю, тихо. Да, решили, короче, приехать с Ханоя, поставили машину сейчас на парковку. Движемся сейчас на базар. Русик сейчас может пообщаться с алкашами пушкинскими, да? Не, мы сейчас на Блошиный рынок зайдем, давай. Пошли на Блошиный рынок. Енарды играют? Да, енарды играют, да. Давай разок, мы на партии бы сыграть. Давай, давай. Идем мы на базар. Петя показал короткий путь. Русику нашел обувь. Да, вот. Прекрасно. Рибов. Да, какие Рибов? Вот, пойду. Коламбия? Коламбия, да. Померите? Конечно. Ты в шортах пойдешь? Конечно, ну нафиг, им жарко. Ну нормально, да? Пойду. Да. Присядь. Во. О, все четко, да? Да. Что тебе нравится, Руси? Во. О. С флагом, да. Белый? Да. Или померить? Перец, что надо? Да. Во, пойдет. Лучше-мучше не надо, да? А? Че, в ней пойдешь? Да не знаю. Да, в ней иди. А это да, в пакет. Да. Вот сюда. Полароид настоящий. А возьми. Да? Здесь так вот. А вот, вот, ну-ка, попробуй вот эти. По чем они? 400. 500 рублей. А ну-ка, померь. Эти, наверное, плотнее, да? Ну-ка, Руси. А? Вот эти лучше, да. Как это, Дон Корлеоне, да? Да. Короче, я вот выбрал все, даже... Какие? Вот эти. Ну, бери, что ну, нравится. Да. Что? Покажи. 300 рублей. 300 рублей, да, нормально. Сейчас зашел в парикмахерское, постригся. Русик тоже, потом они с Петей пошли в магазин. Говорит, что мы будем тебя ждать, если что, созвонимся. Сейчас звоню, говорю, где вы? Говорит, а возле подъезда стоим.
Сейчас я двигаюсь. В Петиной хате. А где его выбрали? Да там, на вокзале. Присаживайся. Нормально тебе тоже. Да. Ты что, нормально? Да, 500 рублей вообще.